Сирийские правительственные силы и их союзники усиливают авиаудары по селам и городам в провинции Идлиб, удерживаемые повстанцами. В результате обстрелов погибли 10 человек, десятки пострадали. Об этом сообщили региональные СМИ. Обстрелы произошли после атаки беспилотников на военную академию в городе Хомс под контрольным правительству. Жертвами удара стали по меньшей мере 100 человек. Такие данные приводит базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Среди погибших свыше 20 гражданских лиц. Более 125 человек получили ранения. Атака дронов произошла во время выпускного, на котором присутствовали военные и их родственники. Представители сирийской армии заявили, что ответственность за нападение лежит на вооруженных террористических группировках и обещали ответить со всей мощью.